Шановні колеги, ми вітаємо вас і продовжуємо серію прямих ефірів від Academy DTech, які називаються Restart. Це проект про те, як віднайти себе заново, перезавантажитися, дізнатися корисну інформацію. В рамках проєкту «Експерти Академії» та наші гості, вони відверто діляться там своїми власними історіями, практичними знаннями, що допоможуть кожному з нас пройти через війну та стати сильнішими. Тема з приводу сьогодні, якою ми зібралися, вона звучить так. Щастя, чи існує воно сьогодні? Мабуть, частина з вас задається запитанням, а чи доречно сьогодні говорити про щастя? Мене звати Тетяна Шерман, і я сьогодні з вами у ролі модератора, і з великим задоволенням хочу вам представити Маргариту Січкар. Вона амбасадор щастя, автор інтерактивних книг про щастя, старт-ментор та візіонер. Зараз я бачу, що Маргарита вже з нами доєдналася. Маргарита, та ми вас не чуємо, вмикни, будь ласка, звук. Зараз мої колеги допоможуть нам це зробити. Отлично. Так, слышно? Я чую зараз. Все, отлично, отлично. Так, всім привіт. Щастя в нас є, Маргарита до нас долучилася. Да. Да. І розпочати я хочу з того, що готуючись до нашого ефіру, я знайшла таку інформацію, що у Всесвітньому звіті щастя за 2021 рік пандемії Україна піднялася у рейтингу щастя на 13 позицій та посіла 110 місце з 149 країн. А от на найнижчій сходинці, 149-й оцій, був Афганістан, у якому вже, ми знаємо, понад 4 десятиліття йде війна. Наша війна триває 3 місяці, але для нас це надзвичайно багато. І цей факт, він спричиняє відчуття нещастя там в цілому всієї нашої нації. Маргарито, як ти вважаєш, що має робити кожен українець, аби не скотитися в цю яму нещасних, і як бути зі своїм стресом та вже хронічною тривогою? Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать, тех, кто подключился, и тех, кто будут смотреть наверняка в записи, да, то есть я думаю, mm-hmm. что запись сохранится. Mm-hmm. Хороший вопрос, потому что как быть счастливым на войне? Это такой как бы вопрос вроде бы как парадоксальный, да, война само по себе, мероприятие не, точно не относится к категории удовольствий, да, mm-hmm. вот, ну, разве что только для извращенцев каких-то, вот. Но если нормальный человек, то война — это всегда абсолютно негативные переживания. Uh-huh. И как в них найти вот этот лучик света, лучик счастья и не скатиться в пропасть такого абсолютного, скажем, депрессивного состояния, которое, в принципе, многих ожидает. Ну, как бы мы об этом еще там поговорим впереди, но вот сейчас хочу поделиться своим опытом, потому что меня война застала, как и нас всех, 5 утра, и 16 дней я находилась вот с первого дня в оккупации, когда Гостомель был захвачен. Я жила mm-hmm. в Гостомеле. У меня там находится дом, два дома, были дети, родители. Ну, в общем, мы все, так сказать, в 5 утра услышали эти взрывы, а днем уже после обеда вертолеты, десант высаживался в Гостомельском аэропорту, и был бой. Uh-huh. И все это было на моих глазах, тоже живу я недалеко, все это я видела, слышала. И 16 дней я пережила вот то самое, что переживает любой человек, который попадает в такую ситуацию. Первое, это, конечно же, непринятие ситуации. То есть, когда мы не понимаем, что происходит, и нам кажется, что вот это сейчас закончится, что это вообще какой-то сон дурной. Вот ущипните меня, и оно mm-hmm. закончится. Потом начинается вот этот ужас, страх, паническая атака, когда ты не понимаешь, что тебе делать, потом какая-то фрустрация, когда ты вообще просто в ступоре, и ты просто не знаешь, куда тебе идти. Ну, вот все это я пережила. Я вот с собой здесь взяла предметы всякие. Я хочу рассказать, что, в принципе, нужно делать всем людям. Я испытала на себе. Но поскольку я человек подготовленный, да, и психология – это мой такой любимый предмет исследования, потому что психология счастья, оно как бы без понимания психологии, ты не поймешь, как вообще работает счастье, да, как к нему прийти.
и об этом мы тоже поговорим чуть позже, но вот сейчас я хочу вот прям поделиться такими вот вещами, которые спасли меня. Спасли меня от депрессии, от ухода вот в эту вот, в какую-то абсолютную такое вот бездействие, да, которое, ну, ничего, кроме как разрушения, к разрушению не приводит своей собственной души, состояния физическом, на физическом уровне это, соответственно, отражается. Где-то так хочу сказать, вот когда я пережила, вот я поняла, что я скатываюсь, что-то какое-то происходит вещь, и я не готова с этим, так сказать, мириться. Mm-hmm. Первое, что я вот даже прям составила списочек, прям инструкция из того, что я прожила на себе. Вот первое, что с чего нужно начать, я решила использовать этот момент, сидя в подвале, когда я не могла ничего делать, да, ну, мы не могли ничего, мы можем только там сходить в туалет, что-то перекусить и опять сидеть в подвале. Чем занять себя? Первое. Ну, ручка и лист бумаги вы всегда найдете, даже в подвале. Да, то есть какой-то блокнот, да, то есть как бы... я вот всем рекомендую прям брать с собой какой-то блокнот и вот с этим блокнотом перемещаться, потому что бумага и ручка – это лучшие... врачи в экстремальной ситуации. Так вот, у меня есть такой метод, он называется кардиограмма жизни. Mm-hmm. И вот когда я поняла, что я не знаю, влетит снаряд в мой дом, не влетит, я думаю, ну вот если представить, что вот осталось жить мне недолго, ну надо подвести же итоги какие-то, да, жизненные. Что я за вот эти свои там 53 года в моей жизни произошло? И я вот рекомендую всем окунуться, совершить путешествие в прошлое, оторваться от этого ужасного настоящего, одеть наушники, может быть, да, чтобы не слышать грохота, что, в принципе, я делала, и уйти в прошлое, и попытаться вспомнить моменты своего рождения, все самые яркие моменты своей жизни. Вспомнить те моменты жизни, которые изменили вас, которые трансформировали вас, а это иногда бывают и негативные события, да, потому что мы растем именно в кризисах. Когда с нами случается то, и мы все с вами изменимся, есть жизнь до войны и после войны, мы уже будем другими, мы многое начнем ценить того, чего не ценили раньше, да, мы многое начнем говорить слова любви, поддержки, потому что это так важно. Так вот, когда ты начинаешь писать этот список, ты как бы отматываешь пленку, да, вот назад, и фиксируешь это. То есть это первое. Это упражнение называется кардиограмма жизни. Нужно прямо вот первое там вспомнить год, события. И что в этом событии произошло такого, что повлияло на вас. И вот это внутреннее такое вот путешествие во внутренний свой такой мир прошлого, оно уберет, в смысле, уберет вот эти негативные мысли. Вы поймете, что, в принципе, вы в жизни много чего видели, много чего узнали, много что пережили, и это переживете. Второе. У каждого из нас есть альбомы, архивы, фотографии. И вот когда вы провели вот это упражнение «Кардиограмма жизни», я там еще предлагаю сделать прям кардиограмму, когда по вертикали и по горизонтали вы делаете по горизонтали у вас время, а по вертикали – пережитые эмоции, которые вы переживали во время этих событий. Можно по 12-бальной системе их оценить и выставить их, и потом соединить точки, как математика. То есть, да? То есть вот это упражнение, оно уже как бы такой мини-кейс для того, чтобы сфокусироваться на чем-то хорошем, позитивном. Следующее. Архив. Берете, открываете альбом. У всех у нас есть они. Это, кстати, то, что я рекомендую забирать с собой вместо вещей, да, потому что если это исчезнет, то вы не сможете это восстановить. Особенно это касается старых архивов, где старинные фотографии ваших родителей, предков, бабушек, прабабушек и так далее. Я, кстати, вот когда я доставала альбомы и пересматривала, я прям именно эти фотографии забрала. Вот моя папка, в ней лежат все старинные фотографии. Это был повод... Это был повод задавать вопросы моей маме, кто на этой фотографии. Если я что-то не знала, я ставила себе пометочки, что я должна уточнить у других родственников, кто изображен на этой фотографии. По папиной линии или по маминой линии, если мама не могла вспомнить. Вот. И когда вы разбираете эти фотографии и свои современные фотографии, постарайтесь найти фотофиксацию того события, которое вы написали в кардиограмме.
То есть мы понимаем, вначале мы описали, да, а потом мы находим фотографию, которая доказывает, да, что в вашей жизни в этот период был. Или он напоминает вам. То есть фотография сделана именно в тот период, и вот эту фотографию тоже вынимаете из альбома, потому что, например, шкаф утащить с собой невозможно, да. Вот. И вот я выдергивала эти фотографии. То есть дальше вы найдите, всегда есть дома какой-то альбом, какой-то большой блокнот, который вы когда-то купили, но не использовали. В моем тоже архиве я нашла вот такой вот альбомчик, называется «My Life». Я его когда-то купила за границей. И вот те самые фотографии, которые по кардиограмме жизни я вытаскивала, я делала что? Я вклеивала, я вклеивала и писала рассказ об этом событии. Потому что если мы, когда выполняем упражнения, ну вот просто, чтобы какие-то я вклеивала конвертики, какие-то, ну то есть этот, вот, ну понимаешь, это я делала во время бомбежек. Я сказала, идите вы все в пень, ну вот я хочу жить, я хочу проживать свою жизнь и кайфовать. Я это делала, меня это, и день пролетал. Но я когда анализировала, я отмечала, я все записывала. Вот прям блокноты носите с собой. У меня много блокнотов. Вот это блокнот, в котором я писала свои мысли. То есть, когда вы делаете эту работу, приходит благодарность, приходит любовь. Те чувства, которые мы, ну, как бы делали, но как-то делали это, скорее всего, знаешь, вот, может быть, где-то просто ради приличия, да? А здесь идет осознанная благодарность, осознанное принятие своей собственной жизни и тех людей, которые в этой жизни очень сильно повлияли на тебя. А теперь про людей. Когда вы делаете эту кардиограмму, да, вы же понимаете, что в тех событиях, которые повлияли на вас, обязательно были люди. Ну вот прям эти события были созданы этими людьми. Составьте список этих людей. То есть, кроме того, что событие повлияло, эти люди имели непосредственное участие в этих событиях, и попробуйте составить отдельный список этих людей. И каждому человеку напишите письмо. Его можно писать на бумаге, можно писать в телефоне, в блок... ну, в телефоне есть такая функция. Можно записывать аудиофайл и благодарить этого человека за то, что он сделал для вас. Не просто сказать «я благодарю тебя», а благодарю за то, что вот в этом событии, описывайте события, ты сделал мне больно или ты поддержал меня. А эта боль дала мне понять, что я сильная, что я чего-то могу, что я могу пережить, что мои возможности гораздо больше, чем я ожидала. Да, если мы говорим про людей, которые нам создавали кризисные ситуации. Люди, которые нас поддерживали в тот момент, когда никто не протягивал руку, опишите, что в тот момент... Этот человек может не помнить. У меня огромное количество таких историй, когда люди мне говорят: «Маргарита, я вам так благодарен. Вот в тот момент вы мне сделали...» А я этого уже не помню, потому что мы, когда что-то делаем для других людей, мы же, ну, не ведем свою вот эту, да, там, типа, вот я сделал доброе дело, запишу-ка я, да. То есть очень часто мы это делаем, потому что есть позыв души. Не для галочки, не для пиара. Вот это мы, конечно, помним, потому что там все фиксировалось, а у меня отчеты какие-то пиарщики делали. Нет. А именно вот когда вот просто вот мимоходом ты шел, там, раз человеку плохо, ты сделал, для него это было важно. А для тебя это было несложно. Поэтому ты это не запомнил. И вот вдруг такие вот сообщения приходят, и вот мы часто не помним. И когда мне напоминают об этом, жизнь приобретает значение, да? Жизнь приобретает краски, и это делает человека счастливым. Когда мы понимаем, что то, что мы делаем в жизни и соприкасаемся с другими людьми, это меняет их мир в лучшую сторону, конечно же, это делает нас счастливым. Это как сделать подарок. Иногда... Ну и по статистике, те, кто получают подарки, и те, кто дарят подарки, те, кто дарят, получают больше удовольствия, чем те, кто получает. Вот приблизительно вот с этим. Ну вот, в принципе, это вот то, мой совет, вот такие пошаговые, да, я вам просто продемонстрировала, как я это делала. Еще очень важный момент, последний, на этот вопрос, хочу показать вот этот маленький волшебный блокнот. Я его купила в декабре, в конце декабря встретилась с подругой, кстати, Анной Богинской, кто знает, такая у нас известная писательница. Мы редко встречаемся, но метко, что называется. И мы были в ЦУМе. И я говорю: слушай, говорю, давай, у меня есть такая традиция, в 22-м году хочу вести новую традицию, кроме того, что я веду ежедневники постоянные, но это больше организационный
такой вот помощник. Я говорю, я хочу завести маленький вот такой блокнотик на каждый день, который ежедневник на каждый день, но я буду там писать какие-то мысли, чувства, пережитые в этот день. Я туда буду записывать, как прошел этот день, и буду подводить итоги. И мы пошли с ней, я вдруг увидела, я люблю Экзюпери, и увидела этот блокнот Малескин, тут вот этот маленький, ну, этот рисунок Экзюпери на каждый день. И вот с 1 января, ну, как бы я начала вести каждый день, что-то там даже вклеивала какие-то там эти самые пожелания, знаешь, там кто-то мне конфетку дал, там пожелания, я ее приклеила, да, или там, например, я была в Австрии, увидела украинское вино, поддержку против войны, я купила это вино, выпила его с моей мамой, мы там за победу и так далее, но я не могла, у меня рука не поднималась выбрасывать бутылку с этикеткой украинского флага. Я ее отклеила и наклеила к себе блокнот. Креатив, класс. Да, и ты знаешь, и этот блокнот, вот сегодня 90-й день войны. Вот сегодня мои первые записи, вот утренние. Нет, это был вчера, сегодня 91-й, это просто я вчерашний день запомнила, а сегодня 91-й день войны. Я всем рекомендую начать вести записи, что происходит с вами каждый день. Это ваша летопись жизни. Вот представь себе, да, вот это потом останется моим детям. И они по и этой люди записи... говорят, что им сложно писать. Вот я очень многим, ну, с многими общаюсь, говорят, что вот прям не могут себя заставить, мысль не идет. Смотри, это мышца. Это вот знаешь, что такое писательство, поскольку я писатель уже, да, вот со стажем. Я могу сказать, что как художнику сложно нанести первый мазок, когда ты приходишь в мастерскую, берешь кисть, стоишь перед этим мольбертом и боишься сделать первый мазок. Ты думаешь, что не получится. Точно так же и бумага, и ручка. Когда тебе говорят, пиши, ступор, но это мышца. Это надо прокачивать. Просто нужно делать это каждый день, по чуть-чуть. Поэтому маленький блокнот позволит вам, ну, вы когда видите большой блокнот, пугаетесь, ну, господи, там надо вот столько написать. А когда маленький, тут наоборот другая история. Кратко сестра таланта, да? Здесь нужно сделать короткое эссе дня. Вот. И это очень сильно тренирует, потому что ты вспоминаешь, ты понимаешь, что здесь все не поместится, значит, нужно что? Вот где-то написать, потом сократить и сюда вписать. Ну, это такой вариант. Я тоже прокачанная, поэтому я уже чувствую объемы и уже пишу то, что может вместить страница. Вот. Поэтому всем рекомендую не дожидаться там 1 января. Прям сегодня, после нашего сегодняшнего вот встречи, пойти... Вытаскиваем. Они у всех дома есть, кому-то есть. Дарили. Да. У тебя же все, которые подписаны на академию, это люди умные, и у них блокнотов до чертиков. Им все дарят блокноты. Поэтому, друзья, применяйте. Про блокноты буду еще сегодня рассказывать. Все, давай. Я думаю, Маргарита, можем двигаться дальше. У нас есть из таких интересных вопросов, которые вот мы слышим, и хотелось бы о них поговорить, о том, что вот говорят не в деньгах счастья, а в их количестве. Да? Согласна ли ты с этим утверждением? И вот что делать тем, кто, к сожалению, там потерял доход? И вот я знаю, что люди вообще там руки опускаются, ничего не готовы делать, и вот это алиби, отмазка, война, война, и все, и вроде как бы жизни уже нет. Да, кстати, я не исключение, но мы все, собственно говоря, обнулились. В той или иной степени все попали, да. Обнулились. У кого какой-то был какая-то там кубышечка, ну, там, кто-то на черный день, а у меня, допустим, под Новый год просто была очень хорошая сделка с одним, ну, американцем, кстати, который мне, кстати, здесь и помогает, помог мне добраться до Штатов. Через Европу. Вот, и я просто планировала в 22-м году ехать в Штаты. Вот прям планировала. И я как бы аккумулировала средства именно для поездки, понимая, что это дорогая страна. Что, ну, даже если у меня тут живут родственники, да, все равно не хотелось бы быть для них обузой. И вот видишь, и оно все как бы... Но я знаю огромное количество людей, которые... Вот, вложили деньги, там, взяли кредиты, у них были проекты. Буквально вчера вечером разговаривала с Олей Поляковой. Она здесь в Америке, у нее здесь концерты в поддержку Украины. И она говорит, я не знаю. Все, у меня ноль. Ну, то есть, как бы я либо сойду с ума, либо вот я буду петь. Ну, кому сейчас нафиг нужны мои песни на русском языке? Да, и, ну, как бы сейчас там появилось у нее две песни на украинском языке.
Это Оля Полякова, у которой наверняка есть подушка, да, там безопасности какая-то. И есть, ну, есть огромное количество людей, которые вот мне пишут и которых я консультирую, потому что они стоят вот просто вообще в полной, вот в полном ауте. Вот. Но я немножко хочу вас взбодрить всех, да, в хорошем смысле слова, потому что, ну, как бы не все так плохо. У каждого из нас есть огромное количество талантов, которые мы, может, в себе не видим, а, может быть, мы даже не рассматривали вопрос монетизации наших талантов, потому что это было нашим хобби. Вот сейчас самое время взять и провести такой вот SWOT-анализ. Мы из бизнеса знаем этот прекрасный метод. Да? Mm-hmm. Так вот, SWOT-анализ проведите в области, так сказать, своих собственных способностей, то есть ваших навыков. Ну, то есть вот эта вот табличка, да, наши как бы сильные стороны, опишите их. В чем вы сильны, в чем вы лучше, чем кто-то другой, среднестатистический, да, человек, например, который делает это же, но вы делаете это гораздо лучше. Я всегда говорю, легко определять, что вы делаете лучше? По трем параметрам. Первое. За это вам платили большие деньги. То есть вспомните, за что вам заплатили самую большую сумму денег. Это точно ваше сильное качество, и вас его оценили. Второе. За что вас постоянно хвалят, нахваливают. Вот мы часто слышим комплименты. Вот вспоминайте, как вас хвалили, где хвалили, кто хвалил. Потому что, ну, понятно, если есть люди, которые хвалят, если ты занимаешь какую-то должность, тебя хвалят. А лучше слушать тех, кто хвалит, твои, кто хорошо тебя знает, твои друзья, которые объективно тебя воспринимают. Вот. И третье – это то, от чего, чем вы гордитесь, да, вот, что вы сделали, и вот для вас это было вот прям вот преодоление себя. Вот погружение тоже, вот в эти, это, кстати, кардиограмма жизни могут помогать в этом смысле, да, вот вы можете поднять эту кардиограмму и посмотреть самые пики, вот, вот эти вот яркие пики восхождения, скажем, да, где вы испытали самые эмоциональные переживания, что происходило в этот момент. То есть вы праздновали победу, победу над чем? Или вы много заработали, это был первый там ваш заработанный какие-то большие деньги. То есть каким способом вы их заработали, да? И вот это вот все даст вам подсказки. Когда вы сделали, вот написали о своих сильных качествах, попробуйте рассмотреть, в каких областях они могут быть максимально в общей, вот такой, вот как бы, если мы их все берем, то вот в какой профессии, в каком виде деятельности они будут, ну вот так вот. То есть вас заберут прямо с руками и ногами, скажут, боже, мы вас все ждали, наконец-то, да, вот, поэтому вы просто начинаете думать, вы рассматриваете те виды деятельности, которыми вы занимались до войны, если они востребованы в данном конкретном месте, где вы находитесь, да, то why not, потому что, допустим, опять же, пример, я ресторатор, прошлое. Но теперь уже, я так понимаю, в будущем, потому что я приехала в Майами, а здесь я изучила бизнесы, в основном здесь строительство и индустрия развлечений, да, то есть рестораны. Я ресторатор. Я тут же прошлась, посмотрела, говорю, покажите мне лучшие рестораны. Ага, ниша свободна. Более того, она просто тут востребована, потому что здесь просто проходняк, и люди едут сюда тратить деньги, потому что это курортное место. И я думаю, тю, так начнем возвращаться в ресторанный бизнес, да, и я думаю, так, следующий момент, хочу украинский ресторан, потому что мы все равно должны думать, как нам привязать себя к Украине, да, и вот пример, вот я приехала сюда, сильная сторона, у меня сильный нетворкинг, ну, прям социальные связи у меня по всему миру, это благодаря им я добралась сюда, и я жила, и кто читал мой пост про военного, с которым я организовала встречу с нашим главнокомандующим, это просто, это значит, это как называется, вот когда ты что-то делаешь для других людей, оно срабатывает. И у меня была задача помочь Украине. Я думала, ну как я могу помочь? Ну как? И вдруг военный. Думаю, блин, военный, да еще такого уровня. Думаю, блин, точно надо с нашим главнокомандующим. И вот оно, когда родилось, я прыгала как девочка. Ну, вот уже разница во времени. Они встречались ночью, когда я спала. И когда я утром проснулась, и я получила фидбэк, я реально прыгала, как маленькая девочка, радовалась. Блин, классно, что это состоялось. Потому что и один, и второй были хэппи, потому что это была встреча таких двух людей, которым было о чем поговорить, и планы на будущее, которые сформировали. Я невероятно счастлива. И вот когда про ресторанный бизнес, точно так же.
да, я думаю, так, кто в Украине у нас, да, какой ресторан будет здесь востребован, я уже созвонилась, сейчас пока не могу говорить, какой, потому что ведем переговоры, вот, но мы уже на стадии, мы уже деньги нашли на этот ресторан, понимаешь, то есть мы как бы двигаемся, я уже партнера здесь нашла с Украины, оказывается, от меня недалеко живет, бизнесмен, 1,5 года уже живет здесь, ну, короче, вот, понимаешь, оно, вот, главное, не опускайте руки, ни в коем случае. Вы талантливы, невероятно, каждый из вас, который меня смотрит и будет смотреть. Вы таланты. Посмотрите на себя, просто вот, ну, отбросьте все, все какие-то ваши там, вот так сейчас перейдем к слабым сторонам. Вот слабые стороны, их тоже надо описать. Что это такое? Это комплексы, страхи и вредные привычки. Самый главный комплекс, просто по статистике всех моих там консультаций, потому что все проходят мои консультации именно через свой анализ. Так вот, у всех заниженная самооценка. Невера в себя, ой, да кто я, да это другая страна, я языка не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, это все привет из нашего пострадянского периода. Да? Наше обучение, как оно построено в школе, что нас красной ручкой подчеркивали все недостатки. Поэтому мы боялись делать ошибки, поэтому мы что? И породили вот это вот общество людей с заниженной самооценкой. И вот здесь нужно понимать, что это ваши слабости, которые вы должны знать, но с которыми нужно работать. Но у кого там совсем запущенный случай, можно пойти к психологу, да, это обычно из детства, родители, да, родители гайки закручивали, не давали ребенку развиваться. У кого-то было насилие, да, и физическое, и психологическое. Здесь точно поход к психологу. Я прям всем говорю, слушайте, к психологу должен сходить каждый, кто родился в бывшем, ну, вот на постродянском пространстве. Даже если кто-то родился уже, условно говоря, 30 лет тому назад, вне зависимости Украины, воспитывали их родители, которые оттуда, из совка. Поэтому никто там никогда не учил, как любить ребенка, как дать возможность ребенку самому сделать свой выбор, как вообще определить таланты этого ребенка. Да? Поэтому многие шли против своего собственного желания. Ну и дальше как бы получаем весь там букет, набор нереализованность, неудовлетворенность там и так далее, и так далее. Так вот, слабости нужно знать для того, чтобы понимать, с чем работать. Потому что это зона роста. И я уверена, что когда вы сделаете этот SWOT-анализ, вы точно найдете возможности. И самое главное, ведь, знаете, есть такая формула вообще вот успеха, когда ты находишь смысл, веру, то нужно делать маленькие шаги. Мой любимый Экзюпери, искусство маленьких шагов. И, или там метод кайдзен, да, который применяется в японском бизнесе. Да, маленькие шаги. Предпринимайте каждый день шаги в сторону своей мечты. Мы про мечты тоже будем говорить. И вот про деньги еще хочу сказать такую вещь. Сколько денег нужно для счастливого человека? Я изучала этот момент. И мне казалось, что когда я общаюсь с богатыми людьми, не, ну, практически, ну, я только знаю двух людей, которые хэппи. Это Гарри Карагоцкий и Александр Меламут. Потому что они всегда идут за своей мечтой. А деньги – это инструмент для них. И они всегда органичны. То есть они не пытаются кому-то нравиться. И это вызывает глубочайшее уважение. Я очень люблю этих товарищей. О, и счастлива, что, в принципе, это, с одним я очень в контакте, это Саша Меламут, и Гарри Карагоцкого знаю давно. Так вот, остальных, кого я знаю, счастливыми бы я не назвала. Есть страхи потерять, есть страхи там, осуждения, есть куча комплексов. Вот. И они наращивают эти свои обороты для того, чтобы вот постоянно быть, так сказать, на гребне. Потому что боятся, что таким образом они как-то исчезнут там, с поля, так сказать, внимания других людей. Вот. Потому что люди – это тоже мерило счастья, как воспринимают тебя люди, как они тебя оценивают, да, и это две штучки такие. Вот здесь очень важно следовать за своей мечтой, и про мечты, я думаю, мы еще поговорим. И да. Напоследок скажу, сколько нужно денег для счастья? Есть цифра, которая давно уже всеми психологами выведена. Есть таблица даже такая, можно найти в интернете, когда рост денег, например, ну вот, допустим, деньги и счастье, да, вот такая вот тоже параллель, в смысле график. Так вот, пока вот там, допустим, ноль денег, они начинают расти резко, счастье растет, деньги есть, потом раз, кривая замирает,
потом она идет так вот так, а потом... То есть количество денег растет, а счастье все меньше. Да? Так почему? Вот где вот эта вот точка, вот эта вот, да, где замирает и не растет? 10-12 тысяч долларов в месяц на человека. Почему? Потому что это сумма, которую человек способен обработать. Да? То есть это сумма, которая закрывает его потребности, ну, жизненные необходимости, питание, там, проживание, там, да, там, что-то такое, детей, обучение. Да? И остается люфтик для того, чтобы там мои мечты реализовывать, поехать путешествовать, чему-то научиться, да, там, что-то такое вот для себя, не знаю, там, скажу, какую-то штуку создать, хобби, например, вложить деньги в хобби, там, не требуя взамен, да, что я там что-то там от этого получу. И человек, и это сумма, которую у тебя не украдут. Ну, mm-hmm. потому что у тебя на конец месяца остается там, может быть, 2000, да, там, которые ты аккумулируешь, например, да, ну, это деньги, которые легко там на карточку положил, там, они там где-то лежат на отдельном счете. А вот когда большие суммы, так, потому что ты не контролируешь это все, да, а здесь ты контролируешь, и поэтому человек находится, безопасно, удобно и прекрасно, хэппи, ему достаточно. И вот здесь я еще дам один совет. Первое. При получении денег любых есть правила для того, чтобы как бы деньги дальше двигались. Это же энергия. Да? Uh-huh. Нужно помнить, что от любых денег, которые к вам приходят, десятину нужно отдавать, но не слепо кому-то. А десятина имеется в виду. Вы, например, можете купить подарки и подарить людям, которые для вас дороги. Помните список про людей? Вот у меня все практично. Вот у меня, знаешь, я такая господарка, знаешь, что у меня вот в этом смысле, вот если деньги приходят, если десятина, ну не та, не в церковь, не куда-то там, да, а вот тем людям, вот если военным, то вот пойти купить форму своему соседу, которого ты знаешь, или своему родственнику, купить ему бронежилет, купить ему американскую форму, там, да, там не знаю, там сколько стоит, 2500, вот купить ему и знать, и сказать, живи, выживи, вернись живым, все. И это ваш вклад. И тогда вы точно будете получать удовольствие, потому что вы будете знать, что ваш вклад спасает жизнь человеку. Что даже если он каким-то образом попадет, то эта форма защитит его. Да, у него больше шансов остаться живым. Это может быть подарки тем людям, которые вот в вашем списке, которых вы давно не видели, но вам хочется для них что-то сделать. То есть вот 10% – это та десятина, которую вы отдаете другим людям. Угу. В разные варианты. Очень важно расценивать время тоже как деньги. Не тратьте свое время на пустых людей. Составьте список людей, которые токсичны, которые к вам лепятся, но они забирают вашу жизнь. Это как деньги. Вы инвестируете не только деньги, но и время. Вот если вы на все начнете смотреть, что энергия равняется деньги в том числе, это инвестиция. Инвестиция – это всегда, когда возвращается. Да? Когда мы инвестируем, предполагается, что инвестировав, мы получим доход. В разном виде. Да? Не обязательно в деньгах. Почему очень важно инвестировать в людей, в отношения, да? И в деньги. Это одинаково, это культура. Вот когда человек там, идет в магазин, например, и он покупает продукты, то когда он открывает кошелек или когда рука тянется что-то взять, задай себе вопрос. Я инвестирую в эту пиццу или я все-таки трачу, потому что пицца ничего хорошего мне не принесет. Да? И, ну, если какая-то неорганическая, какое-то тоненькое тесто без глютена, это же читать надо. Это же нужно знать магазины, в которых это продается. Да? То есть если уж прям совсем хочется пиццу. Вот, или бургер, например. Его тоже можно сделать полезным. Да? Только нужно понимать полезность. Вот, поэтому инвестируйте, пожалуйста, и тогда вам придут доходы через людей, через интересные предложения. Вот. Ну все, собственно, это по деньгам. Спасибо. Вот, Маргарита, ты уже проговорила, вспомнила психологов, да? А я тут как раз недавно читала информацию о том, что наши психотерапевты все прям пугают посттравматичным синдромом, который уже у кого-то уже наступил, а у кого-то наступит, вот говорят, там разные периоды называют цифры, там от 4 до 6 месяцев, и он, мол, накроет всех. И прогнозируют даже, что он в среднем покроет 30% наших украинцев, а это там несколько миллионов.
Как ты, ну, согласна ли ты с этим мнением, что делать с этим синдромом и что делать, возможно, чтобы его даже там избежать или как-то не попасть в него? Угу. Да, посттравматический синдром – это штука, по-моему, уже знакома даже ребенку. Особенно она страшна для маленьких детей. Ну, всем людям, которые в Украине, да практически не только тем, которые были в горячих точках, но и те, которые, в принципе, как бы наблюдают то, что происходит, они тоже испытывают постоянно стресс. И им тоже грозит этот синдром, поскольку это накопительный эффект. То есть когда мы что-то пережили глубоко, но не прожили до конца, не освободились от него, оно выстрелит, ну, как, знаете, сжатая пружина в самый неожиданный момент. Кстати, вот да, 3-4 месяца, когда, казалось бы, находимся в безопасности, там еще что-то, то, в принципе, оно может вылететь вообще неожиданно, потому что вот эта вот ушедшая вглубь история, да, она все равно будет искать выход. Она все равно будет выходить. И это будет неожиданно, и это будет крайне не к месту, это уж точно. Вот как с этим бороться, да, вот как бы, если нет психолога рядом, да, если ты находишься далеко, а, скажем, выехать ты не можешь, а психологи, ну, их, извини, они не сидят под каждым кустом, да, вот, поэтому что делать? Даю инструмент, тоже психологический, и это инструмент, который доступен каждому человеку, и за него платить не надо. Значит, берете ручку, берете бумагу, желательно много бумаги, и техника называется фрирайтинг. Ее часто делали писатели. Для того, чтобы очистить мысли и настроиться на писательство, они делают эту технику. 3 минуты просто пишут на лист все мысли, которые в голове. Через 3 минуты листики эти удаляются. Обычно писатели эти листики не выкидывают, это черновики. Но в случае с фрирайтингом мы листики не сохраняем, мы уничтожаем их. Но что мы будем делать? Значит, вы берете, находите тихое место, берете ручку, бумагу и начинаете писать все то, что в вашей голове. Все страхи, все переживания, ваши проклятия. Очень часто хочется проклинать, но хочу сказать, что это очень опасная вещь. Вот, поэтому, ну, хочется проклинать. Ну, потому что, ну, блин, когда насмотришься этого всего, да, вот, то язык просто сам хочет это произнести. Так вот, берете лист бумаги и все проклятия туда. В адрес кого угодно, вплоть до даже близких людей, которые, например, вас не поддержали и находятся где-то в России там, или еще что-то. Да, вот это все негативное выкидываете на бумагу. То есть пишите, пока ручка пишет. Вот прям пишите, пишите. Вот, блин, эти сволочи, а эти такие, а это раз такие. То есть, а вот это видео, а я боюсь, а мне страшно. То есть пишите туда все. Вот если бы вот просто вам дали бы там свободный микрофон и сказали, говорите, что хотите, вот все, что в голове. Но иногда мы очень часто больше думаем, чем проговариваем. Да? Мы в голове больше у нас мыслей, нежели мы проговариваем. Поэтому вот эти мысли в голове нужно выкинуть на бумагу. Писать регулярно, каждый день. Прям каждый день, это как таблетка. У кого сколько получится? Страница, 2 страницы, 3 страницы. Потом вырываете. Ну, если просто бумага, просто берете эту бумагу, комкаете, сжигаете ее на костре. Не перечитывайте. Это называется ментальная клизма. Вот представьте себе, вы съели что-то плохое. Ваш организм это вырвет. Или вы 2 пальца в рот засунете и вырвете. Да? И если у вас еще пошло в кишечник, вы пойдете в унитаз и сольете это в унитаз. А что делать с мыслями? Вот это называется ментальная клизма. Поэтому я всем говорю, вы пишете, но не читаете. Потому что обратно запихивать в себя эти мысли, это все равно, что, понимаете, то, что вы вырвали, опять запихнуть, съесть обратно. Никто же этого не делает. Поэтому, пожалуйста, написали, выкинули. Выкинули, сожгли так, чтобы никто не прочитал. Надо сжечь, чтобы ваши мысли, не дай бог, никто не прочитал. Потому что это ваше. Это ваше дерьмецо, от которого вы хотите избавиться. Но люди же любопытные многие. Что она написала там? Вот. Я даже пример вам приведу. Ведь мы эти все знания знаем. И вы сейчас вспомните. Таня, и ты вспомнишь эту историю. Когда ты была маленькой девочкой, и я была маленькой девочкой, и мои дети были маленькими детьми, когда им что-то не нравилось, когда они маленькие, они рисовали. Рисовали папу, маму, а потом зачеркивали. И эти рисунки
находили бабушки там или папы с мамой, говорили, ты меня зачеркнул, как ты мог это сделать? И начинается допрос пристрастия. Потому что ребенок не знает, что ее надо уничтожить. Ребенок высвобождает негативную энергию на бумагу. Но родителям никто же этого не объяснял. Что ребенок по-другому. Потому что ребенок, в отличие от взрослых, которые потом несут это дерьмо в себе. А почему несут? Потому что тогда родители запрещали высказывать свои какие-то негативные вещи на бумаге. Угу. И поэтому у нас эта техника была в детстве. Но просто никто нам не объяснял. Пора вспомнить. Какой... Да. Да. А вот сейчас это и есть способ избавиться. Угу. Я этот способ использую уже много-много лет. Как только я его для себя открыла, я целый месяц выписывалась. Ты знаешь, это, у меня, кстати, была психосоматика, у меня очень желудок стал. Не переваривание. Ну, понимаешь, да, психосоматика? Реагировать, да? Да. Я стала выписываться. Боже, я ходила по врачам, обследовалась, кишку эту глотала, понимаешь, мучилась. А когда я начала выписываться, у меня бы через 2 недели желудок заработал. А через месяц я вообще про него забыла. И теперь я для себя, если у меня вдруг накапливается, я выписываюсь. Uh-huh. Если я была где-то на встрече, мне там наваляли, ну, были такие моменты, я даже могла на встрече просто сидеть и писать на бумажке про этого человека все, что о нем думаю. Я выписалась, я спокойненько сложила ее, так, знаешь, там, типа, порвала, бросила, там, это самое, сижу себе, все, я на расслабоне. А когда мы держим это в себе, оно же потом выпрыгивает на кого? На близких, там, да, на случайных людей, которые там, ну, может быть, вот столечко нам сделали, а мы им вывалили, как будто они нам вот столько дали. Да. Маргарит, вот. Я еще часто вот сейчас замечаю, со мной делятся чем? Тем, что... Люди боятся думать про будущее, люди боятся, ну как, вот мы желаем друг другу даже на дни рождения, желаем там, чтобы война закончилась, и это нормально, да, это вот стало нормой, вот концентрироваться на этом, да, и вот меня даже поразила одна моя подруга, говорит, Тань, говорит, я у нее спросила, что ты там думаешь там на лето, там, что к концу года, она говорит, да как ты можешь даже думать об этом, говорит, как, говорит, я даже боюсь об этом думать, потому что, я говорю, почему боишься, потому что с одной стороны я боюсь, что этого не произойдет, а я уже начну мечтать, да, а с другой стороны у меня сразу как бы вот такое состояние неверения в то, что это вообще может произойти, да, Маргарита, что посоветуешь, вот все-таки состояние мечты, ну, на мой взгляд, лично это очень продуктивное, полезное состояние, да, вот что делать тем, кто вот боится даже об этом подумать? Во-первых, не бояться. Во-первых, не бояться, а во-вторых, просто опять показываю мои любимые блокноты. Вот это мой блокнот, называется «Хотелки». Здесь мечты. Веду я его уже несколько лет, и могу тебе сказать, на сегодняшний день у меня здесь 93 мечты. Вот номер 93. Мечты, некоторые из этих 93, ну, я там не считала конверсию, да, но где-то штук 15 я уже реализовала. Вот буквально недавно я отметила 2 мечты, я, кстати, даже вклеила билетик в майамовский зоопарк, потому что у меня была мечта посетить все самые лучшие зоопарки мира. Потому что я в этой теме, ну, так, глубоко с этими животными, и я вот просто-напросто уже 2 зоопарка посетила, Венский зоопарк и списка из этого, и вот майамовский зоопарк. Что я хочу сказать, зачем нужен этот блокнот нам? Опять практично. Когда мы вдруг чем-то надыхаемся, да, вот это, боже, как я бы там хотела, боже, как я это хочу, вот знаешь, вот это вот, да? Открыла блокнотик, записала. Почему это нужно делать? Потому что это дает нам возможность видеть будущее. То есть, когда у нас появятся возможности, они появляются всегда, когда есть мечты, Вселенная так работает. То есть, если у тебя ничего нет, ты ни о чем не мечтаешь, ты не смотришь в будущее, извини меня, сидит Вселенная и говорит, слушай, ну как я могу помочь этому человеку? Никакой подсказки. Ну, намекни хотя бы, там, напиши, вон, как Сичкарь тебе сказала, блокнот, я буду подглядывать, там, так я смогу тебе помочь. Поэтому про будущее нужно думать. И это тоже способ уйти от негативных мыслей, потому что война, в конце концов, закончится. Она не может длиться вечно. Если мы копнем историю, не было вечных войн. Они были длительны, они были затяжные, но они заканчивались. И начинался рассвет. Как правило, после войны всегда идет рассвет. Это как после пожара идет, деревья растут, появляются новые растения. Да? То есть всегда есть ренессанс, всегда есть возрождение.
После смерти наступает что? Опять жизнь новая. Поэтому нужно делать это. Более того, я даже хочу вам сказать, что нужно думать в контексте, чего я хочу. У меня есть такая тоже техника, я ее называю 10 желаний. Если вы каждый день будете, после того, как вы проснулись, в уединении, сядете, будете писать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моих желаний на сегодня. Вот что я хочу сегодня. Но вот такое типа желание, чтобы закончилась война, это желание от вас независящее. Но вы можете к этому приложиться, да? То есть вы можете что-то делать для победы. Первое, mm-hmm. когда вы перестанете мыслить негативно. Вот если вспоминать Виктора Франка, да, который прошел Освенцим, он написал потрясающую книгу, да, про смысл жизни, mm-hmm. где он сказал, что есть три категории людей в лагере, одна из которых выживала. Почему? Первые сдавались те, которые думали, что война, ну, что это закончится очень быстро. Вторые сдавались те, которые поняли, что это будет долго. И выживали только те, которые видели смысл остаться жить и двигаться дальше. Смысл – это всегда взгляд в будущее. Что меня там ждет по окончании? И когда я понимаю, что, допустим, у меня, вот, допустим, были планы до войны одни, вот такие, а сейчас у меня вот такие, вот, понимаешь, Таня? Потому что то, что я делала в Украине, я могу делать везде. Я могу это же взять и сделать здесь, заработать здесь, пока идет война, много денег, а потом эти деньги, которые я заработаю, как инвестор уже, инвестировать в Украину, когда придет победа, когда придет мир. Нужно думать, что я буду делать тогда, когда все закончится. А к этому нужно готовиться. Если вы чего-то не знали, учитесь, есть книги, есть онлайн-курсы, учите языки, наконец-то, блин, проснулись, теперь надо всем учить языки, да, и не один, а как минимум два языка учить, да, ну, в моем случае, это хороший украинский, хороший английский, да, потому что я хочу выучить уже украинский язык, мне он нравится, он мне всегда нравился, просто я всегда смущалась, потому что на фоне моих друзей, которые размовляю украинскую так, что спевучие, вот львовяне, у меня очень друзей, я говорю, боже, говори, 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 потому что невероятно. Я говорю, вот как сделать так, чтобы я так заговорила? Ну, то есть понятно, что надо учиться этому, да, вот. Каким-то навыкам учитесь, смотрите в будущее. Упражнение 10 моих желаний позволит вам узнать, чего вы хотите. Не стесняйтесь, вам никто за это оценкой ставить не будет, вас никто не будет осуждать, это ваш личный дневник. Пишите каждый день. 100%. И вы увидите, что с каждым днем ваши желания будут осознанные, понятные, детализированные. Ну, там еще другая техника, когда вы выбираете из 10 три желания, которые наиболее важны для вас, да, и вы задаете себе вопрос. Ну, есть такие, знаешь, вот два вопроса. Представьте себе, что вы встретили джина из бутылки, и он вам говорит, проси, что хочешь, проси, дам. Да, например. И вы такие, оп, подождите секундочку. Он говорит, да нет, у тебя есть там, понимаешь, 10 секунд, быстро. Вы должны знать, вас ночью растормоши, вы говорите, раз, два, три, я хочу вот это, вот это, вот это. Там, три желания. Там, три желания рыбки золотой, да. Вот. А вдруг, ну вот, джина встретили. А вы потом встречаете ученика джина и задаете ему вопрос, он вам задает вопрос. А какому навыку ты хочешь научиться, чтобы эти три желания твои, ну, как бы исполнились? Чего тебе не хватает вот в этом? И вот тебе предмет для того, чем сейчас заниматься, пока идет война. Угу. Учиться. Угу. Спасибо, Маргарита. Тут просто есть уже вопросы в чат, так как время летит на самом деле. У нас уже эфир подходит к концу. Смотри, военный период, люди часто работают без отпусков выходных. Редко испытывают рано или поздно истощение сил. Какие способы получения энергии самые мощные и доступные, порекомендуете? Пишет. Самые мощные и доступные – читать книги умных людей. Для меня это всегда… книги можно найти, они есть в электронном виде, на любую тему. Да. Если, допустим, вы чувствуете, что у вас есть какой-то… У каждого человека должен быть кто-то, кем вы восхищаетесь. Да? Человек, который, скажем, такой для вас является таким стронгом, сильным, на которого вы хотели бы равняться. Если у вас такого человека нет, тогда, ну, тогда стоит задуматься над этим.
Тогда вы не знаете себя, вы не знаете своих сильных качеств. Вот. У меня целый список таких людей, да, и я всегда найду про них книгу, если они как бы умерли, они оставили след после себя. Если они живы, у них есть свежее интервью, я очень и восхищаюсь Илоном Маском, например, подписана на него в Твиттере, я слежу за ним, там, он хорошо. Каждый день выкладывает в Твиттере. То есть... Найдите этого человека, которого для вас был бы наставником. Настал бы тем человеком, ну, как в детстве, знаете, маленький ребенок тянется к родителям, чтобы они защитили, дали совет. Ну, вот это такое природное, да? Когда мы становимся взрослыми, мы ищем этих наставников. Нам нужно на кого-то опираться, у кого-то учиться, да? Потому что это трансформация. Ты ученик, учитель, потом опять ученик, учитель. Да, я же в двух ипостасях, да? Сейчас я как учитель, а потом я сажусь, читаю книгу умного человека, я превращаюсь в ученика. Это один способ. Второй способ, конечно же, я, например, всегда в танцах. Вот если я хочу, например, я включаю какую-то любимую музыку в наушниках, я просто танцую, вот просто вот как, не знаю, как танцы этих самых, блин, понимаешь, там, папуасов. Мне главное выплеснуть вот эту энергию. Есть вообще танцетерапия. Кстати, барышня, которую я изобрела, она вылечилась таким образом от рака. Поэтому танец, да, там вот, то есть искусство. Почему в искусство мы все время тянемся, да? Потому что в искусстве мы черпаем вдохновение. Мы что-то находим для себя там. Мы видим свое отражение, может быть, своих каких-то страхов, каких-то своих мыслей, ценностей. Поэтому третье – это, ну, для этого просто нужно время, там, и ресурсы, но я люблю рисовать, например. Да, у меня вот радость, когда я приехала в Майами, я узнала, что моя внучка младшая, она рисует. У нее здесь все есть. Краски, мольберты. Я вот только вчера пошла, купила новые эти. Ну, на чем рисовать, господи, эти заготовки. Холсты. Вот. Холсты, да, господи. Вот, поэтому в ближайшее время в Фейсбуке появятся мои работы, которые я здесь написала. Вот, поэтому вот три таких вещи, которые вот меня быстро включают. Моментально. И, конечно же, природа. Если есть возможность выйти на природу, сесть под дерево, закрыть глаза и слушать звуки природы, шум воды, там, река течет, еще что-то, это тоже сильно наполняет. Вот это вот единственные четыре вещи, которые я считаю доступны каждому человеку, он способен это делать. Ще є запитання українською мовою. Близькі стосунки впливають на особисте відчуття щастя. Що робити, якщо немає з другою половинкою цього синхрону, коли відчуваєш себе одиноким? Ну, я так розумію, що з близькими людьми, коли різні думки, да, ще. Смотрите, на себе могу сказати, я когда развелась там 10 лет тому назад, да, я стала жить с мамой. Моя мама, она такая, ну, понимаешь, что если я такая, то какая у меня мама? Ну, вот мама энерджайзер. Когда два энерджайзера под одной крышей, это очень сложно. Я не совсем там согласна с своей мамой, видела мухи-тараканы ее, потому что психологию хорошо изучала. Так вот, я хочу сказать такую вещь. Если вы начнете с себя, вот если вы наполните сами, да, тогда и рядом с вами человек, который рядом с вами, он может меняться. И вы можете быть катализатором этих изменений. Если вы посмотрите, в чем лежит конфликт ваших отношений, в чем причина, разберите ее беспристрастно, без эмоций. Нет, он виноват, нет. Слушайте, ну, оба виноваты, давайте так. Да, всегда во всем конфликте есть две стороны. Не бывает, что... Да, то есть как бы... Даже в войне кто-то, ну, а кто-то воспользовался этим, да, то есть как бы всегда есть, ну, как бы вещи, которые нужно рассматривать и с той, и с другой стороны. Поэтому в конфликтах всегда есть, как бы, ну, причина этого конфликта. Что произошло? Попробуйте с этим разобраться. Попробуйте задать себе вопрос, как изменить модель поведения, чтобы этого больше не было. Идеальная модель. Опять вопрос, чего вы хотите? Вы хотите в отношениях, каких отношений вы хотите? Как вы хотите, чтобы с вами общался или что для вас сделал ваш? А что вы готовы ему взамен давать? И я считаю, что это диалог. Надо разговаривать. Нужно задать. Послушай, ну вот давай не будем ругаться. Давай подумаем, что сделать нам с тобой, да, вот для того, чтобы мы как-то с тобой, ну, в общем, начали ценить, любить друг друга. Но всегда кто-то начинает эту инициативу, да, поэтому всегда начинайте с себя. Вот, так сказать, назвался груздем, полезай в корзинку, да, то есть если вы задали этот вопрос, начните с себя. Посмотрите, как вы ведете. Может, вы провоцируете человека на такое действие. Значит, может, поменяйте модель
ну, модель, условно говоря, донесения информации, потому что может быть эмоциональный посыл такой, что ты получаешь оплеуху, да, можно сказать, например, ну, как дела? А можно сказать, ну, как дела? Да? Ну, то есть одна и та же фраза, но эмоциональный посыл другой, и реакция будет разная. Типа, ну, как дела? Сказать, слышишь, иди-ка ты. А он скажет, дорогой, как дела? Да, там? То это уже вообще, это разные уже. Вот. Поэтому нам этот, вот, вот это вот дано для того, чтобы мы могли просто уметь договариваться. Да, спасибо. Я надеюсь, ми відповіли. Ще є запитання. Під час пандемії, епідемії цієї відкрила навик, Боже, під час епідемії. А какой епідемії? Я не поняла. Ну окей. Відкрила навик копірайтингу, люблю писати поезію. Як монетизувати подорожче цей навик? Навык, ну, монетизация, во-первых, его нужно развить для того, чтобы до такого уровня, чтобы он стал востребован. Для того, чтобы он стал востребованным, для этого нужно его публично где-то представлять. Для этого есть социальные сети. То есть, если у вас есть этот навык, я всегда говорю, слушайте, ваша публичная площадка – это ваши социальные сети. Начните с них. Ну, первое, там, Инстаграм, Фейсбук, публикуйте публикации, измените шапку, там, описание себя, представьте себя как-то. То есть вы должны показать свой навык, и если он будет полезен и нужным людям, люди сами вам об этом напишут. Вот. А когда он будет востребован, тогда уже и придет монетизация. Но монетизация может приходить в виде признания. Это тоже монетизация, да? Вот. А в дальнейшем это может быть какие-то там публичные выступления, где люди будут уже платить билеты за это, да? То есть там какие-то спектакли. То есть смотрите, если вы как бы идете поэт, да? Поэтическое. Так. Вот. Посмотрите, например, есть потрясающая барышня, я просто фамилию уже не помню, она пишет стихи, а потом она стала их пропевать. Да? Ну, пропевать не в плане пропевать, а петь. В общем. Да. То есть она сделала целый спектакль, она их выкладывает, и у нее там миллионы там, подписчиков. Вот найдите каких-то примеры такие, которые свой талант уже максимально монетизировали. Не надо изобретать велосипед. Он уже давно изобретен. Просто модификация меняется. Вот. Там у кого-то там всякие штучки, а принцип один и тот же. Поэтому найдите пример для подражания и учитесь у него. Ну и, естественно, на своей публичной площадке это транслируйте. Угу. Спасибо большое, Маргарита. Ну, я думаю, что мы благодаря тебе дали очень много советов и конкретных рекомендаций нашим зрителям и тем, кто сейчас был с нами в онлайн-эфире. Спасибо вам, ребят, и тем, что доєднаються до нас. Я вже тут традиційно перехожу на українську мову. І я тобі дуже вдячна за те, що ти, от знаєш, відверто ділишся тим, чим ти, що ти саме переживаєш. Ти з власними історіями, тому що вони надихають найбільше. Це не просто щось там десь там невідомо від кого, так? А я впевнена, що кожен, хто буде слухати, буде перейматися і буде робити оці власне поради, рекомендації, всі, які ти подала сьогодні. Ми ще зробимо невеличкий такий матеріал, де коротко пропишемо ті, хто не мають часу, можливо, там дивитися ефіри, щоб вони ще переглянули це в вигляді текстового матеріалу. Дуже тобі дякую. Насправді я не всі питання задала, але сподіваюся, да, що це не перша, не остання наша зустріч. У нас просто время, да, уже заканчивается. Напоследок... Напоследок просто хочу поделиться 5 секретами счастья. Они описаны в моей книге, она есть на украинской мове, 5 секретов счастливого життя. На русском она звучит как личное дело счастливого человека. Вот если вы поймете, что 5 шагов к счастью, они, это вот как прохождение игры, вот каждый уровень. Первый уровень, я о нем уже говорила, это кто я. Понять себя – это самый первый шаг к счастью. Заглянуть внутрь себя и понять свои желания, мечты, да, чего я хочу. Второй шаг – это понять других, потому что это когда ты понял себя, а люди другие – это наши зеркала, они нам показывают лучшие наши качества и худшие. Поэтому другие люди для нас важны в жизни, и строить с ними отношения – это очень важно. И когда мы знаем себя, выстраиваем отношения с другими людьми, мы выступаем на третий уровень счастья, третий шаг – созидательная функция. Мы обязательно реализуем свои таланты. Это является экватором счастья. Когда я знаю, кто я, свои таланты, с людьми я эти таланты реализую, потому что в одиночку мы не реализуем таланты свои. Нам всегда нужны люди. Даже художник, рисуя картину, ему нужны краски, которые кто-то делает, холсты, которые кто-то делает, и кто-то продает его картины в галереях. Да? То есть
И люди нужны всем. Поэтому экватор счастья — это создать свой талант, реализовать его. Четвертое — это уже бонусная программа, когда есть чем делиться. Когда вы достигли, реализовали, у вас есть какой-то бэкграунд, нужно им делиться, рассказывать, делиться опытом, делиться ресурсами. И приходит пятый уровень счастья – влияй. Влиять на мир может только тот человек, который прошел четыре уровня, который знает себя, свои таланты, умеет строить отношения, реализует таланты и способен делиться этим, он, конечно, будет менять этот мир. Вот эти основные пять шагов – это 10 лет моих изысканий, которые вот вылились в книгу. Поэтому я даже сброшу тебе ссылку на лендинг. А я вот как раз только хотела спросить, если есть книга онлайн, то, пожалуйста, поделись ссылками, Я поделюсь, да, ссылкой по онлайн-книгам, и это просто люди могут в любой точке его скачать и почитать. Вот, и что я еще хотела сказать? Ну и, конечно же, я всегда открыта для консультации, помощи, пишите мне в Фейсбуке, в Инстаграме. Вот, все там нюансы, мы можем это все обсуждать в личных сообщениях. Супер, спасибо большое. Спасибо, Маргарита, за то, что делишься. И вот лично могу, кстати, сказать, что Маргарита иногда так тонко вопросы задаст даже в чате, потом так зависаешь на полчаса, но реально они супер продвигают, поэтому спасибо. Ты делаешь много людей счастливыми, не на словах, а в действии, поэтому я тебе лично искренне желаю большого успеха, пусть все получится во всех начинаниях, и я уверена, до новых встреч. Колеги, дякуємо, колеги, партнери, клієнти, всі, хто нас слухав сьогодні, дякую, що завітали до нас. Приєднуйтесь до наступних ефірів, які щотижня ми проводимо.